Факультет связи военной академии не раз признавался лучшим в области научной работы курсантов. Ежегодно десятки идей находят свое применение на практике. Наш корреспондент познакомился с уникальными разработками. Телекоммуникационные и автоматизированные системы – два направления, по которым обучают современных связистов. На факультете разработаны собственные методики подготовки специалистов. Каждый год мы вводим новый учебный класс, оборудуем его по самым современным веяниям и технологиям, которые у нас есть. Постоянно получаем современные комплексы и средства связи, которые только поступают на вооружение. Мы первыми их получаем для последующего обучения на них. Первокурсник Илья Юруть только приступил к освоению новых комплексов связи. К поступлению в военную академию готовился с 9 класса. Я выбрал факультет связи ИАСУ, потому что хочу стать квалифицированным специалистом, способным выполнять любые задачи в сфере информационных технологий, которые диктует сегодняшний день. Инженерная графика, линейная алгебра, физика. С первых дней Илья с головой погрузился в учебу. Досуг тоже посвящает образованию. Пишет компьютерные программы для совершенствования систем связи. В научную работу вовлечены большинство курсантов факультета. Ежегодно они участвуют в республиканских и международных конкурсах. 90% выпускников имеют собственные разработки и публикации в специализированных печатных изданиях. Лада Шульжицкая – победительница множества олимпиад, причем не только по профильным предметам, но и по военной истории. Недавний конкурс стал для белорусского курсанта настоящим триумфом. Писала работу, посвященную 20-летию Совета министров обороны СНГ, заняла первое место, была награждена грамотой. Я осветила все полностью от образования Совета министров обороны, какие изменения происходили, какие перспективы. Курсанты под стать своим наставникам. Разработки, подкрепленные патентами, есть у большинства педагогов. Полковник Евгений Машкин – автор новой системы оповещения. Его автоматизированный робот-сигнал сейчас проходит испытания. Новинка позволяет за доли секунды донести информацию до любого подразделения. Отметка о получении моментально отображается на мониторе. Помимо того, что автоматизированные рабочие места взаимодействуют друг с другом, в случае выхода их из строя, существуют резервные автоматизированные рабочие места, которые в случае выхода из строя основных встанут на их замену, и система управления останется функционирующей. Для Антона Величко нынешний учебный год завершающий. Уже сейчас будущий выпускник полностью посвящает себя дипломному проекту. Тему выбрал, что называется, на перспективу. Когда курсанты выпускаются из военной академии, они могут смотреть далеко вперед в развивающуюся аппаратуру, в развивающуюся технику. Сегодня факультет связи военной академии в СНГ один из лучших. Об этом говорит и приток иностранных студентов, который растет с каждым годом. Дипломы о высшем образовании здесь получили представители 12 государств. И это, пожалуй, лучшее признание вуза и его ведущего факультета – связи ИАСУ.